Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня я с вами поделюсь рецептом армянской гаты, которая называется таре гата. Эту гату мы готовим на Новый год или на Рождество. Для этой гаты готовят очень богатую начинку. По армянским традициям внутри таре гаты прятали монету или миндаль. В новогоднюю ночь за праздничным столом гату разделяют на кусочки по числу членов семьи. По народному поверью, кому попадет кусочек с сюрпризом, для этого члена семьи год будет удачным. И по традиции таре гату разрезает и раздает глава семьи или старший в семье, дедушка или бабушка. Если в семье нет бабушек или дедушек, это делают папа или мама семейства. И для сегодняшнего рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты. У меня на столе пока те ингредиенты, которые нам понадобятся для теста. Для теста нам понадобится мука, сметана, яйцо, сливочное масло комнатной температуры, сахар, растительное масло, сода, соль, ванилин и разрыхлитель. Все ингредиенты для теста я взяла комнатной температуры. Сначала в сметану добавляем соду. Перемешиваем и оставим в сторону. В муку добавляем пакетик разрыхлителя, ванилин, добавляем щепотку соли. Перемешиваем это все. В мучную смесь добавляем сахар. Тоже смешаем. И сюда добавляем сливочное масло и растительное масло. И масло с мукой нужно растереть в крошку. Вот такая крошка получается. Делаем лунку. Сюда добавляем одно яйцо и сметану. Замешиваем тесто. У меня получилось вот такое очень мягкое тесто. Это тесто долго замешивать не надо, оно у вас потом затянется. И у вас получится жесткое невкусное тесто. Готовое тесто нужно завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут. Пока тесто отдыхает в холодильнике, мы приготовим начинку – хорис. И для нее нам понадобятся следующие ингредиенты. Мука, сливочное масло, ванилин, сахар, спиртное. Я тут взяла армянский коньяк. Этот ингредиент не обязательный, можете не добавлять. И нам понадобятся еще сухофрукты. Я взяла разноцветный изюм, курагу и орехи. Я взяла немножко грецких орехов. Можете добавлять любые орехи по вашему вкусу или не добавлять вообще. И одну миндаль, чтобы потом поставить в начинку. Это будет нашим сюрпризом в таре гата. Миндаль можете заменить металлической монеткой. Или же вместо миндаля взять фасоль. Одну фасолинку. Сливочное масло я взяла комнатной температуры. Нужно растереть сливочное масло с мукой в крошку. Сразу сюда добавлю ванилин. В хорис можете добавить другие ароматизаторы по вашему желанию. Кардамон, гвоздику, корицу. Вот такая крошка у меня получилась. Она не сухая, в меру влажная. Теперь сюда добавляем сахар. Добавляем коньяк. Перемешиваем вот так. Получается вот такая влажная крошка. Это пока ставим в сторону. Теперь нужно мелко нарубить орехи. И это добавлю к мучной смеси. И нужно нарезать курагу. Мелко, крупно, как пожелаете. И это тоже добавлю в начинку. И, конечно, светлый изюм и темный изюм. И смешаю. Получается вот такой очень красивый хорис. Тесто уже отдохнуло 30 минут. Я только что достала из холодильника. Стол нужно подсыпать мукой и раскатать. Тесто не сильно тонко. Я раскатала тесто. С краев нужно сделать тесто чуть тоньше, а центр оставить толще. Я начинку вот собрала вот такой комок
так легче будет работать с тестом. И сюда в начинку кладу миндаль. Соберем тесто с краев к центру. И переворачиваем готов швом вниз. Поставлю готов на пергаментную бумагу. Так потом легко будет перенести на противень. Скалкой слегка раскатаю. Вот такая большая круглая гато у меня получилась. Гато сверху нужно смазать яйцом. Вот так очень легко это делается, когда гато уже на бумаге. И хорошенько, обильно нужно смазать гато яйцом. Или можете взять яичный желток и разбавить молоком. У меня очень много начинки получилось, поэтому она уже из-под теста выглядывает. И делаем сверху готы характерные узоры. Это делаю вилкой, делаю ложкой. Ложкой получается как рыбья чешуя. Поставлю готов заранее разогретую духовку. Температура духовки 200 градусов. Нам понадобится приблизительно 25-30 минут, но время приготовления зависит от вашей духовки. Я ставлю готов в духовке до красивого румяного цвета. Поставлю готов на средний ярус. Гота уже испеклась, сниму на решетку и дам остыть. Порежу и посмотрим, какая таригата получилась. Она, хотя еще немножко теплая, но все равно. Вот так выглядит гато внутри. Очень много начинки внутри, смотрится очень красиво. И очень ароматно. Тесто прям мягкое-мягкое. Очень рассыпчатое тесто, почти песочное. Гота очень хорошо пропеклась и снизу, и сверху румяная. Таким был результат сегодняшней моей работы. Надеюсь, он вам понравился. Гота получилась просто превосходной. Замечательное тесто. Оно тает во рту. Очень ароматная начинка. Кстати, начинка получилась не сильно сладкой. Сладкоежкам советую увеличить количество сахара в 2 раза. А кому из нас попался кусочек с сюрпризом, напишу в комментариях. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения, мирного неба и до новых встреч!